Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в литературной видеогостиной. Сегодня наш гость – поэт Александр Филатов, постоянный автор журнала «Симбирск», автор 4 книг стихов, член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей России, автор и исполнитель эстрадных песен. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рад быть в этой студии по замечательному поводу в гостях у журнала «Симбирск», который, как я всегда думал, публикует только мои стихи, а вот сегодня вышел очередной номер, и оказалось, что и прозу. Надеюсь, что это сотрудничество и в том, и в другом направлении у нас продолжится. Сегодня я принес с собой, разумеется, разные выпуски за практически все годы журналов «Симбирск», и я позволю себе что-то для вас прочитать из написанного мной, а также прозвучит моя музыка, мои песни в моем исполнении, я надеюсь, в исполнении других прекрасных артистов. Ну, начать мне хочется со своей традиционной темы, с которой я всегда начинаю, темы сцены, которая в моем творчестве занимает большое место. Я актер. Мне нужен зритель, сердце чуткое извне, порицатель и ценитель, тот, кто помнит обо мне. Я актер, и жизнь не годы, может, рифма, может, такт, сцена, радость и невзгоды, остальное все антракт. Ну, наверное, еще позволю себе несколько стихотворений про сцену прочитать со шпаргалкой. Пускай зеркала разбиты, а души полны ворон, но где-то горят софиты и взгляды со всех сторон. Ты крылья расправь и птицей над сценой своей лети. И знаешь, нельзя разбиться, а шоу должно продлиться, и значит, нельзя уйти. Земные дела вершите, скрипя болевой порог, но если вас выбрал зритель, то значит, вас любит Бог. Пусть счастливы будут двое, и вечно продлится бал, лишь сцена сердца умоет, а занавес все укроет, и с небом сомкнется зал. На эти стихи у меня есть песня, я надеюсь, что мы ее тоже сможем в финале услышать. Вообще, да, тема сцены для меня очень важна, потому что, с моей точки зрения, сцена – это призвание всегда. И я к своей сцене, к исполнению своих песен, своих стихов шел очень долго. Об этом у меня тоже есть песни. Для меня это очень важно. Наверное, это самое важное, что я сделал в жизни. Еще одна тема моих, что я делаю в жизни. Еще одна тема моих стихотворений – это размышление о возрасте, о поколении. Ну, наше поколение восьмидесятников, оно получилось немножко, наверное, вычеркнутым, потому что наше взросление пришлось на время перелома, на время смены формаций. Уходил Советский Союз, приходила новая Россия, и мы еще не успели реализоваться, были слишком малы, когда уходил Советский Союз. Это было довольно сложно сделать в эпоху такого перехода, безвременья. И оказались слишком взрослыми, наверное, уже в новых условиях, может быть,
потому что все дороги молодым. И вот в связи с этим у меня тоже есть несколько стихотворений. Сложно комментировать стихи, конечно. Так и живем с тоской о лете, вливаясь в правила игры. Мы инкубаторские дети постинкубаторской поры. Я мальчик с тихой улочки, с ульяновской окраины, я роду пролетарского и вальсом не учен. Я в школу бегал в галстуке, я вел политсобрания и выступал по праздникам, но часто был смешон. Бомонд к нам не захаживал, но речь простая, вольная, привычка общешкольная звучала тут и там. В театр водили классами, нас строевыми парами. А мы такие разные, как дети дальних стран. Шаблоны трафаретные, казарменные идолы. Какая там романтика, какое там играть. Извилины дискретные, мечты полувоенные, жестокость первобытная, на всем одна печать. Там не читали вестернов, как это часто в юности, не ливерпульских гениев мечтали обогнать. Тетрадки, как психологу, не доверяли трудности стихами или прозою. Какое там писать? Я мальчик с тихой улицы, с ульяновской окраины, в сценарии прописанный ремаркой «Обывать». Так что же я, куда же я? Не здешний, не прикаянный, от роду нечитабельный. А все туда. Писать. И еще одно стихотворение. Недолюбленные дети недопонятой эпохи. Мы опять летим на скалы, на ходу слагая гимн. В недописанные песни мыслей вкладываем крохи, и взамен такая малость. Выпьем, тихо посидим. Недолюбленные дети в жизни выплывут, как смогут. И бурлит вокруг стремнина, под ногами нет земли. Недосказанное честно снова тянет в черный омут. Недостроенные крылья не добросит до любви. Так живем во сне ли, в яви, поперек чужой дороги. Наше кровное прощенье кто-то тратит всякий раз. Молим, молимся и славим недоказанного Бога. И теряемся в сомнениях, кто ж долюбится до нас. У меня часто упрекают, что, может быть, для поэта я как-то неправильно читаю свои стихи, может быть, недостаточно просто стараюсь подавать их актерски. Это не всегда привычно бывает. И вообще, когда приходишь куда-то на творческую встречу, а я с творческими встречами объехал большую часть области, говорят, а где человек с гитарой, где борода, где свитер с оленями. А я вот как-то немного правильно или неправильно. Скорее всего, ответа на этот вопрос однозначного не существует. Ломаю вот этот стереотип поэта-певца. Ну, вот какой есть уж тот и я. Еще меня часто спрашивают, почему в моих стихах так много одиночества. И кто-то там написал когда-то в прессе, что я вот певец одиночества. Но это же не одиночество человека. Точнее, это всегда одиночество человека. Мой лирический герой одинок. Но это даже не всегда человек. А заброшенный рояль на свалке – это одинокий персонаж? Одинокий. А человечество, заброшенное в глубинах Вселенной, оно одиноко, будучи заброшенным? Наверное, одиноко. Вот если брать в таком широком ключе понимание одиночества, то, наверное, да, мои герои, каждый в своем роде, они могут быть одинокими. И вот сейчас об этом.
Человек в этой жизни брошен, словно камень в ущелье скал. О желании своем не спрошен, он летящим на землю стал. И в звенящем броске полете без опоры на дно и высь он, сверкнув поначалу, вроде устремляется прямо вниз. Так недолго порой разбиться или душу свою продать, может, впрямь обратишься птицей, летающей в благодать. Только камень летать не может. Заплати хоть какую дань. Человек в этой жизни брошен, так и эдак, куда ни такое видели едва ли. Музыку, пошедшую на слом, кладбище заброшенных роялей есть в московском парке за углом. Были украшением филармоний, и детей учили нотам пьес, только нынче вот приют вороний, и бомжи ночуют тоже здесь.
Он мечтал о славе, о Париже, как ему бесирует Бродвей. Только я в московском парке вижу кладбище несыгранных ролей и приют фантазии о концертах. Дождь не пощадит их, как палач. Вздрогнет инструмент судьбой раскрестый, звуки струн ослабших, словно плач. Но однажды старенький маэстро будет этот день, придет сюда, и на сцену выйдете вы вместе, где твоя изменится судьба. Снится. Это всем роялям снится, как коснутся клавиш пальцы вновь, и из чрева вечного артиста реквием воскреснет, как любовь. Еще одно стихотворение на ту же тему, тоже своего рода одиночество. Я подсматриваю в свою книгу, я сказал, что много стихов о сцене, и вот моя, надеюсь, не заключительная, и как-то совсем не хочется говорить слово «последняя книга», я надеюсь, что далеко не последняя, она называется «Сценокардия», вот такое необычное название. Меня, кстати, предостерегали, говорят, такими вот словами не нужно бросаться, пусть лучше это будет сцена любия, и вообще лучше пусть русский корень будет. Ну, что вышло, то вышло, сценокардия. Сцена любия, наверное, будет продолжением. Возьмите Ниццу или Милуоки, любую из религий и систем. Живут на свете люди ничегоки и топчут землю, в общем, ни зачем. Под серым небом верят в зодиаки, как муравьи, сбиваясь в города. Они живут надеждой никогдаки, чтобы уйти отсюда в никуда. Побочный ль плод космических селекций, или порождение собственных проблем – так мало знают местные нигдейцы, затерянные в космосе никем. Равны там бунтари и богомольцы. Всем главный смысл вселенский незнаком. Такие захолустные нискольцы в своем мирке, по сути, никаком. Может быть, вы заметили, что в моих стихах, и кто-то говорил, что это тоже одна из сторон, хотя я отношусь к этому достаточно иронически, есть много иронии, вот такой каламбур получился. Ирония к иронии. Вообще ирония помогает как-то, наверное, в этой жизни, как и творчество. Ирония и творчество – вот два столпа, которые помогают выжить, выплыть в стремнение нашей жизни. Поэтому о многом я высказывался в плане сатиры, ну, юмора, сложно сказать, и о творчестве в том числе, и о собственном творчестве, и о поэзии. Не боюсь признаться, что я не люблю графоманов, и сам себя поэтом называю очень неохотно, потому что поэтом тебя назовут потом, если назовут. И это правда, в этом нет ни доли кокетства. Я не люблю людей, которые рвут на себе тельняшку, бьют себя в грудь и говорят о том, что они поэты.
Поэт — это состояние, может быть, это состояние непостоянное, это не профессия, в отличие, допустим, от музыканта, который, вот он умеет играть на инструменте, и это ремесло. Поэт — это состояние, может быть, даже приходящее, поэтому мы можем годами писать много, а потом у нас могут быть периоды огромных творческих простоев, как будто поэт из тебя куда-то на время отлучился, а потом он возвращается, потому что от себя, наверное, все-таки не уйдешь. И я не люблю, когда, может быть, тоже ирония позволяет с этим справиться, я не люблю, когда люди... Знаете, есть такое ложная одухотворенность, пафос. Ну, не люблю красивости, а иронию люблю. В цирке есть такая разновидность. Если был однажды в Шапито клоун, шут, и это не обидно, но полезно зрителям зато. Номера с собою разбавляя и соединяя их в ревю, он всегда суть, линия сквозная, как бы ни был рыж и неуклюж. Мы его почти не замечаем, хоть антре сменяется антре. Это же профессия такая на арене, как на алтаре. Без него меж всем не будет связок, слишком уж серьезно все пойдет. И сюжет немного недосказан, да и детскость вряд ли снизойдет. Он устал смеяться, если честно. Мир к нему едва ли справедлив. В этой роли Арлекину тесно заполнять собою перерыв. Перерывы — это не зазорно, пусть другие свой покажут класс. Ну и что, коль трагик подковерный, сам себя отчаявшись не спас. Детский смех под куполом зальется, там чужое счастье без прикрас. Кто ж развеселить его возьмется, если цирк единственный у нас? Ну, еще несколько иронических стихотворений. Страшила, дровосек и лев просить волшебника хотели проделать сказочный гешефт. Им помогала дева Элли. Они прошли по кирпичу, по желтому, так получилось. Чтоб сдаться мудрому врачу, он звался Гудвином на милость. Он так себе был эскулап, как все сегодня самозванец. Харизматический масштаб формировал дешевый глянец. Что, дескать, клиника его иначе город изумрудный и есть пуп карты мировой для всех мечтателей приблудных. В стране волшебной благодать, безмозглым тьма дискриминаций, все умными стремятся стать, чтоб из толпы не выбиваться. Когда все умники вокруг, для пугал участь незавидна. Возьми ума, пусть даже с рук, карьера станет очевидна. Страшила получил мозги. И сердце дровосек железный, а лев ценил психологизм. Стал смел он под наркозом местным. Я рад за сказочных ребят, но в нашей жизни по-другому. Сказал бы Гудвину я: брат, возьми мозги и дай соломы. Стихотворение, которое я сейчас прочитаю, называется «Шекспирова ошибка». Весь мир пиар, и каждый в нем пиарщик. Такая жизнь нам спущена с небес, пусть даже самый пошлый из бульварщин подогревать повсюду интерес. К своей еде, к архивам личных фото, к родным и близким, к новым городам, к тому, что пел вчера ты в душе что-то, к своим
ушам, губам, ногам, зубам, и в интернет выкладывать посрочно свои шаги, мозги, духи, долги от дней пупочных и до правомочных. Кто больше даст, иначе ты торги. И если скажут нам опять с экрана гремучих фактов купленную смесь, то мы поверим в истинность обмана, на самом деле нет того, что есть. А вы бывали сами на кориде, а в океан вам довелось вступить? То, что ты сам когда-нибудь не видел, то при желании можно отменить. Из мухи слон поспешно вырастает, потрогай хобот, вдруг и зажужжит. Бывает только то, что размещают, написано лишь то, что прозвучит. И этот купол призрачный сомкнулся, накрыв всю землю, страны, города. Сказал Шекспир «театр» и обманулся. Весь мир пиар сегодня, господа. Узоры на стекле причудливы и странны. Попробуй разгляди сквозь них свою судьбу. А может, словно снег, появится незваный тот близкий человек, которого я жду. Он прошлое стряхнет, как след вчерашний вьюги. Погасшее окно раскрасит огоньком. А мы ведь ничего не знали друг о друге, и каждый помолчит тихонько о своем. Ах, милое дитя, ах, мне бы ваши годы, пускай не летний зной, осенний листопад, согреться бы на миг от этой непогоды, но ничего уже нельзя вернуть назад. Узоры на стекле причудливы и странны. Художница зима берется вновь за кисть, рисуя нам пейзаж и хрупкий, и хрустальный. Его не повторить, как жизнь не повторить. А может, человек появится однажды, ты в комнате своей его шагов дождись. Не спешите звать себя поэтом. Громких слов не надо говорить. Человек ценней без этикеток. Поле перейти, не жизнь прожить. Пушкин был поэт почище многих. Лермонтов и Байрон, и Шекспир. Долго и сливают некрологи, лишь тогда рождается кумир. Грамотность давно у нас всеобщая, не среди помещиков одних. Будь ты хоть заклепщик, хоть разгребщик, хоть однажды да напишешь стих. Хряпнешь полстакана под березкой, удалью народной наполнясь, и полезут рифмы громко, хлестко, будто ты поэтов новых. Будто ты поэтов новый князь. Что Верлен? Его легко низвергнешь, вступишь на заманчивый престол. Про речушку, про сырую землю, про больную душу и рассол. Про гармонь, а также про гормоны, о любви не стыдно рифмовать. Только кто сей акт диверсионный мог с плеча поэзией назвать? Да, все просто. Ручка и бумага. Нет доступней средь любых искусств. Все для счастья есть у графомана, прорва мыслей и бесценных чувств. Лучше ты умерь эксперименты, с рифмой осторожнее греши, чтобы в результате
экскременты вновь не выдавать за боль души. Не спешите звать меня поэтом, оглядите весь свободный ряд. Может, на доске есть выбор клеток, и фигуры разные стоят. Спорное, наверное, стихотворение, но оно уже звучало по радио, его выбрала для программы, в которой мои стихи читала народная артистка РСФСР, лауреат государственной премии Кларина Ивановна Шатько. Она сама выбирала стихотворения для того, чтобы записать их на радио. И я был очень удивлен, когда вот это стихотворение, к которому можно по-разному относиться, она тоже выбрала. Кроме иронии о каких-то социальных явлениях, ну, наверное, о смысле бытия тоже приходится задумываться без пафоса. Ну вот, как-то для чего, зачем? И средством выражения этого тоже может служить, наверное, поэзия. Вот несколько стихотворений, близких, наверное, к этой теме. У людей был дом, не заколочен. В нем бурлила жизнь, как кипяток. Каждый жил с собой лишь озабочен, а к жилищу глух был и жесток. Думал только о своем удобстве и себе высверливал окно. Двигал стены в бесконечном жлобстве, в общем, изменял все, что дано. Под себя кроил свою плотину, выгрызая чащу, как бобер, все плотней сплетая паутину, все острее делая забор. Двери под маршруты прорубая, был в деяниях смелых норовист. Но повечно что-то улучшая, расшатал фундамент эгоист. Все покрылось трещинами сразу. Жизнь затихла, съехал караэт, не включивший вовремя свой разум, не учтя создателя проект. У людей был дом. Расколотили, раздолбали весь по кирпичу. Каждый был не в меру меркантилен. До других нет дела богачу. Это стихотворение называлось «Расколоченный дом». Вот еще такое тоже. Реалити. Кто ж не смотрел «Дом-2» потехи ради? Маскульт-жвачка, полный примитив. Там жизнь кипит при съемочной бригаде, как будто настоящий коллектив. Бушуют страсти, словно по заказу, экран для нас – стеклянная стена, аквариум, в котором каждый казус и каждая нелепица видна. Заглядываем в мелкие проблемы, пустые дрязги в суете сует, как боги из домашнего Эдема с того на этот подколпачный свет. Смеемся над тропою муравьиной, кто с кем был близок нынче и далек, и голосуем, чтоб сменился климат, и обсуждаем, кто уйдет в свой срок. Мы смотрим и не думаем, а стоит помыслить друг с ухмылкой на устах, а может, весь наш мир такое шоу, и зрители сидят на небесах. Еще несколько стихотворений иронических, и нужно срочно переходить к лирике, по-моему. От улыбки. Когда в кроватке ты увидел свет, конечно, кто из нас такое помнит, заулыбался миру, шля привет, и озарил тоску больничных комнат, твой звонкий и беззубый детский смех звенел среди других, как колокольчик. И не было на свете веселей, счастливее тех ямочек молочных. Но жизнь идет. И вот улыбка та в усмешку постепенно превратилась. Взрослело быстро милое дитя, и грустью губ улыбка исказилась. Глаза погасли, но пришла любовь,
С ней суета рутинных антимоний. И ты дорос. О, как же ты дорос до кривизны излета от иронии. Где ямочки? Где тот волшебный свет, который нам дается от рождения? Как изменяет жизнь любой портрет, рисуя плотью боль и сожаленья? Ну а потом? Потом пришел сарказм. А с ним морщин насупленные брови. Кто виноват? А может, правда сам, что перепутал истину с любовью? Улыбка наша – зеркало души, которой вроде нечего бояться, но видишь, сколько ты уже прожил. Осталось сардонически смеяться. Все перейдет в порядке эстафет, застынут губы, ломаны печатью, и тот наивный первый детский смех вмиг станет плачем над твоей кроватью. Еще одно стихотворение. Позволю себе. Вот я говорил о том, что тема поколения. Ну, чуть ранее я прочитал несколько стихотворений лирического свойства, а вот такое чуть-чуть другое. Зазеркалье. А нас учили обращаться вы. И руку жать, и кланяться при встрече, и всем за все спасибо говорить, и здравствуйте, простите, добрый вечер. Места в трамваях спешно уступать, не пробиваясь острыми локтями, читать, учиться, а потом сдавать, и все на свете сами, сами, сами. Учили правду только говорить. Делиться лучшим, помогать в несчастье, друг другу в гости часто приходить, к тем, кто нам дорог, мил и сопричастен. Вести скромнее и достойно жить, за все платить свою большую цену, любить, мечтать, стремиться и дружить. Но что пришло тем ценностям на смену? Как атавизм, мешающий уснуть, как пережиток дикий и напрасный, мы перешли теперь в иную суть, как в мир иной, нам чуждый и контрастный. Как в зазеркалье, где по потолку ходить нам нужно заново учиться, где умный в миску брошен дураку, и коль есть деньги, незачем трудиться, где лево право и наоборот, и черное зачем-то стало белым, где лает по утрам чеширский кот и делят на ножи буханку хлеба. Раздав пирог, потом его разрежь и никого увидь на расстояние. Потом знакомься с пудингом и ешь. Без лишних слов. Спасибо, до свидания. Все отложилось до позавчера. И принято повсюду думать хором. И дуют в мире новые ветра. Мы паруса не брали для которых, а нас учили обращаться вы. Ну, я уже говорил о том, что кроме стихотворений как литературное творчество, я очень люблю жанр песни. Я вообще люблю синтетические жанры, в том числе лирико-музыкальный, песенный. И мне кажется, что люблю экспериментировать в этом направлении, и мне кажется, что так песня помогает полнее донести стихотворение до слушателя, чем обычное прочтение. И мои песни поют другие артисты. А несколько лет назад я начал такой своеобразный интернет-проект, где мои стихи читают разные наши земляки, ульяновцы, медийные, известные. Есть там и диктор телевидения среди них, есть несколько певцов, есть актеры драматического театра. Мне захотелось услышать, а как мои стихотворения прозвучат другими устами, в других. То
То есть, чтобы вот такое было многоголосие. Потому что, ну, сам, ну, конечно, я могу, но интересно, когда это делает другой человек. Мы жизни смысл порой теряем. Но каждый раз, идя на дно, закрыв глаза, мы видим сразу тот огонек, когда темно. Ночной костер к себе манящий, маяк в безбрежности судьбы, свет, бережно тебя хранящий от поворотов роковых. Он может быть любым, как будто свеча в окне, презревший сон, или комета по маршруту промчится в космосе своем. Как светлячок, что греет душу тем, кто опять в ночи не спит. И то ли это от удушья, а то ли он и впрямь горит. Афиша. Доживаю последние дни лета, бывшего по ощущению, что растает, как солнечный дым, предосенней размашистой тенью. И не знаю, увидимся ли вновь под расписанной зеленью крышей. Впереди только стон холодов. Опечалена этой афишей, но прогноз неизбежен, как жизни, где природой нельзя обмануться. Я вхожу в пору желтых седин, а сумею ли в лето вернуться? Сегодня Фрик стал доктором наук, оперился и обозначил пузо. Уж вместо шпор классический каблук. Отец, наставник, лидер профсоюза. А вот с портфелем некогда дебил. Спешит на службу важную, положим. Он сам уже не помнит, кем он был. Ведь так давно и важен, и заслужен. Вот троечник. Он так вошел во власть и как-то сразу вдруг подал надежды, что даже если где-то может красть, последствия просчитывает между. Кто был бездарен, петуха давал, тот нынче нам поет с огромной сцены. Ведь в кошельке зарыт потенциал, счет в банке есть талант первостепенный. Заика нам с экраном шлет привет, а Кривоногий стал крутой моделью. Для каждого найдется кабинет, несоразмерный с детской колыбелью. Задатки гладки, проще покупать, абсурдность века сглаживает юмор, когда осталось только наблюдать такое время. Кто бы мог подумать? К сожалению, вот этот проект прекратился, этот мой мини-такой интернет-сериал, но мне он показался очень интересным. Вообще, желание услышать себя в других, оно, наверное, вечное желание, и не случайно все свои творческие встречи, концерты я заканчиваю таким стихотворением. Других в себе находишь порой. Свой голос слышишь не свой. И видишь, что когда-то не зря слова людей попали в тебя. Слова друзей пластами легли, и от любви остались слои. От каждой новой встречи рубец нас время загоняет в конец.
На каждом мимолетном витке я лишь следы на мокром песке, лишь лучик, отраженный от всех. Звучат во мне их слезы и смех, но знаю, что настанет тот миг, услышу и себя я в других, и сквозь нелепой жизни кольцо мне станет ближе чье-то лицо. Ну, наверное, это счастье. Я счастливый человек от того, что себя в других я уже услышал. Надеюсь, услышу еще. И сегодняшняя наша встреча – это тоже шаг в том же самом направлении. Хотелось бы почитать свои недавние стихи. Ну, вот есть несколько стихотворений совершенно новых. Они не опубликованы, и мне тоже хотелось бы, чтобы они сегодня отдельной строкой прозвучали. Надеюсь, что когда-то, может быть, они займут свою нишу, свое место и на страницах журнала «Симбирск». Страхи. В своем движении замирая, на рубежах любых времен, однажды изгнанный из рая, мир был на страхи обречен. В огромном космосе пред небом жил человек и мал, и слаб. Не сразу сделался он смелым и вышел в ядерный нахрап. А сколько раз, поджавший гонор, он ждал всеобщего конца. Чума, потоп, война и голод казались карой от Творца. Цунами, засуха, торнадо – все мнилось точкой мировой. Но каждый фатумный припадок на деле был лишь запятой. Будь ты хоть избранный Исайя, или благородный Нострдам, или безымянный просто Майя. Внимайте, люди, голосам. Угрозы обрастали мифом, прогнозы множены года, но прорицатели Сизифы так и не сдюжили, когда. И страхи как-то поутихли. Пророки вывелись, как вши, и те мистические цифры остались тайной для души, ее сомнением напрасным, таким же призрачным, как смерть. Ведь это может быть опасным для человечества смелеть. Утиная охота. У меня вообще на самом деле очень много стихотворений, посвященных возрасту, детству, и это тоже очень важная тема, потому что детство, какое бы оно ни было, это источник всего нашего последующего вдохновения, всей нашей энергетики, источник конфликтов зачастую. Ну, а что говорить, творческим человеком часто движут конфликты, и это нормально, это тот источник, из которого можно черпать какие-то мысли, какие-то сомнения. Это то, что заставляет нас двигаться, то, что заставляет нас искать, не успокаиваться. И оставаться творческими людьми. Поэтому сейчас вот несколько стихотворений. Начну я с нового, оно называется «Утиная охота», потом несколько стихотворений о возрасте. Возраст вообще вещь субъективная. Я считаю, что по возрасту никогда нельзя встречать человека как по одежке, потому что сегодня мы моложе, завтра мы старше. По собственному внутреннему самоощущению возраст – это то, кто мы есть в данный момент, а не запись в паспорте. Вот через несколько дней у меня будет день рождения, и поэтому, наверное, сегодня уместно было бы поговорить о возрасте. Утиная охота. Молодость, как птица на излете, крыльями взмахнет в последний раз, и, как это водится в природе, крик прощальный по себе издаст. Ей не улететь в края чужие и не отсидеться, где тепло. Разве будем снова молодые, коль навечно сломано крыло? Молодость, хромая утка века, не поплыть и позимне уйти. И трепещет по воде калека,
от полета где-то без пяти. Время нас подстреливает метко, как охотник злой из-за угла. И лежит расколотая клетка, вся в руинах битого стекла. Вот так, чтобы немного грустная нота перемежалась с иронической. Который раз я начинаю жить жизнь, вроде бы прожитую сначала, и кажется, что все уже бывало, и ничего мне в ней не изменить. Но все не так, и не окончен бег, кругами нарезая по арене. Ты в огненных барьеров перемены бросаешься, как из жары на снег, сжимаясь в обруч новый для броска, который для тебя порой все уже. Ты пистолетом стартовым контужен, что грянет на пороге сорока. Вот из недавней подборки стихотворений, которая тоже вышла в журнале «Симбирск» в феврале сего года. Ступень. Как сломать свой многолетний быт? Как ступень отбросить от ракеты? В миг, когда падением поэту фактор притяжения грозит. В миг, когда стреножены мечты от невыносимого балласта. Так все проникает постоянство, кажется, оно само есть ты. Начинать с нуля позднее всех – это в нашей жизни против правил. Но другой надежды не оставил Богом неподаренный успех. Что имеем, век не сохраним, сохраняя вектор против шерсти. В упоенье этой круговертию не остаться вечно молодым. Потому в динамике себя, вынужденно проявляя черствость, приближаем проклятую взрослость, времени из кокона грозя. Кто мы есть, поймем на стыке плит. Чтобы не погибнуть на разломе, нас уже ничто не остановит. В сердце имплантируем гранит. На перегонки с самим собой и с эпохой, будь она неладна, спотыкнешься и сойдешь с экрана, времени проигрывая бой. Выбор, как обычно, невелик. Выгореть почти до разрушения и взорвать свой космос ускорением, чтоб очнуться в новизне орбит. Есть такие, наверное, в жизни каждого человека моменты, когда кажется, что вроде бы одна ступень отгорела, одна полоса закончилась, но начинается новая, другая. И вот важно выйти на эту ступень, взять эту орбиту как очередную высоту, потому что вся наша жизнь, с моей точки зрения, это вот такое движение все-таки вверх с ускорением. Человек, наверное, должен становиться лучше в процессе жизни, работая над собой и находя в себе новые мотивы, новые мысли. И в этом нам, безусловно, помогает творчество. Нам любовь в наказание словно дана. Сколько в мире живу, удивляюсь. Новый день, новый снег и бутылка вина. Я влюбляюсь. Новый взгляд, новый жест ли, чужая страна, лишь приветливо всем улыбаюсь. Сколько помню себя, не моя в том вина. Я влюбляюсь. И хочу сохранить я и взгляд тот, и жест, и в том дне бесконечно остаться. Только нет постоянства, и выхода нет, кроме как бесконечно влюбляться. И вдыхая привычки дурманищий дым, но железным для всех притворяясь, ухожу от того, что казалось моим, и в чужое еще раз влюбляюсь. Жизнь бежит, и не сделаешь редкий стоп-кадр. Наши души не терпят безвластья. Пустота — наказание. Чувство — как дар, господа. Улыбайтесь,
Влюбляйтесь. Тропы. Ну, меня часто упрекают в том, что я пишу, не учитывая какие-то каноны, может быть, стихосложения. Как-то кто-то пытается высчитывать у меня количество тропов. И говорят, что кому-то их не достает. Ну, не знаю, правильно ли это, а я написал стихотворение. Я тропами не исчисляю смысл, своей тропой, пришедшей в мир и в терпы. Мой путь был извилист и тернист, и все же он заранее начертан. Его никто не мог мне сразу дать, иначе в чем интрига постановки? И как бы мог я думать и писать, когда бы знал, что это под диктовку? Когда выходишь ты из пункта А, и лишь обратный адрес не отсюда. Куда идти, задачка не нова, и все равно наш мучает рассудок. Но вот тропинки все слились в одну, и горизонт открылся предо мною. И как у всех, отныне на кону мое предназначение земное. И еще одно стихотворение из недавней подборки. Оно называется «Чета». «Чета». Эпиграф. Уж сколько их упало в эту бездну. Уж сколько их упало в эту тщетность, биенье детской страсти растеряв, короткие в горении кометы, вступающие в возрасты неправд. Уж сколько их напрасно пролетело, остепенившись в поисках себя. Обрюзгло, помельчало, поземлело, свою мечту под бытом погребя. Сценарий неминуемо сбывался. Кто бы ни бил себя в худую грудь, всяк все равно однажды обывался, ища под небом самый легкий путь. Одежек ярких выблекали моды, адреналин надпочечный стихал, брюшко на выкат, ломка от погоды, венчает все карьерный идеал. В белье, зарывшись в сводах и разводах, читать, писать, играть уж не досуг. Кто этой жизнью беличий замотан, уже не сможет вырваться за круг. Уж скольких видел я и вижу новых, что вступит вновь на ту же колею. Мне этот образ тоже продиктован. Я помню всех, но не на том стою. Уж сколько их упало в эту тщетность рутины бытия. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности себя. Ну, можно много говорить о том, что должен сохранить в себе человек и как он должен, точнее сказать, может прожить свою жизнь. Но я всем желаю не растерять вот эту детскость, вот эту непосредственность восприятия, как большой дар, как талант, потому что, ну, что говорить, быт нас затягивает, и не всегда страшен, так страшен физический уход, как в том стихотворении великой поэтессы, на которое я ссылаюсь и к которому делаю вольную намеренную отсылку, как уход преждевременный, но не физический, а уход духовный. Больше не буду комментировать это стихотворение, потому что комментировать стихи – это вообще дело не совсем благодарное. Ну вот, как-то... Я надеюсь, что в нашей программе сегодняшней прозвучит и моя песня «Спасите мир». Это
большая песня, с ней связана совершенно мистическая история, потому что по стечению обстоятельств я написал ее, и это не байка, это абсолютная реальность, написал ее за несколько недель, и мои знакомые музыканты подтвердят это, за несколько недель до взрывов башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001 году. И это было удивительно, вот это совпадение, печальное, безусловно. И эта песня стала уже моей визитной карточкой, без преувеличения. Печаталась она и в журнале «Симбирск», и есть запись, я закрываю ей практически все городские концерты уже много лет. Мы сделали замечательную запись с хором Додосова. Они, дети из 10-й школы, звучат, их голоса звучат в финале этой песни вместе с моим. Правда, наверное, эти дети уже далеко не дети и сами водят детей в музыкальную школу петь, потому что запись уже была сделана достаточно давно. Но, тем не менее, эта песня с каждым годом, с каждым месяцем, и если не сказать с грустью часом, приобретает все новую актуальность, потому что в мире действительно неспокойно, и если уже даже патриарх в одном из своих обращений недавних сказал о том, что, в общем-то, судьба мира в наших руках, и пора опомниться, пора вспомнить о том, о нашей ответственности за землю, за человечество. Вот об этом и моя песня «Спасите мир», которая, видимо, в ближайшие годы, к сожалению, не утратит своей актуальности. Это тот парадокс, когда автору хотелось бы, чтобы его песня перестала быть актуальной. Кто-то, конечно, скажет, что взрослые люди занимаются творчеством, пишут стихи. Для чего все это нужно? Какие-то игрушки. Но на самом деле, наверное, когда человеку есть что сказать, он должен говорить. И я желаю всем найти свою тему, найти свое слово, найти свой голос в этом мире, потому что процесс обретения голоса – это сложный путь, работа над собой, и то, что мы слышим чьи-то стихи, это только одна из граней человека, а сколько человеку нужно было всего в жизни попробовать, чем заниматься, чтобы услышать эти строки поэтические или песенные, или какие-то другие виды искусства, музыку. Процесс накопления идет очень, очень бурно у каждого из нас, очень болезненно даже зачастую. Тем интереснее слушать и читать то, что получается в конечном итоге. Понятно, что вот я сейчас сижу здесь, читаю свои стихи, мне много есть что прочитать, и буквально глаза, может быть, разбегаются, все хочется сказать, но это невозможно, по крайней мере, за один эфир. Но это вот сейчас я могу сказать, что да, что-то удалось, что-то сделано, что-то вышло, что-то опубликовано, за что-то не стыдно, потому что когда ты начинаешь, я прекрасно помню эти годы, когда я был, знаете, есть такая, если метафорически на это посмотреть, такая большая очередь, и ты занимаешь последним, у тебя еще ничего нет, вот там где-то творчество, и ты тоже пристроился сзади, и тебе хочется что-то накопить, какой-то багаж быстрее, и тебе неловко перед старшими товарищами о том, что ты вот что-то хочешь, но еще так мало можешь, а потом, оборачиваясь назад, понимаешь, что да, вот если что-то удалось в жизни, нужно сказать за это спасибо.
И хотя, конечно, в моей жизни творчество, может быть, было не благодаря, а вопреки, потому что я никогда не чувствовал поддержки. Ну, может быть, можно сказать, что что-то удалось, что-то получилось. Пускай зеркала разбиты, а души полны ворон, но где-то горят софиты и взгляды со всех сторон. Ты крылья расправь и птицей над сценой своей лети, и знаешь, нельзя разбиться, а шоу должно продлиться. И значит, нельзя уйти. Я мог бы продолжать петь, чтоб билась изнутри боль, чтоб только был один нет, иное не моя роль. Я мог бы продолжать петь, добраться до высот сна. Я мог бы победить смерть, ах, как, Господи, она сильна. Земные дела вершите, скрипя болевой порог, но если вас выбрал зритель, то значит, вас любит Бог. Пусть счастливы будут двое, и вечно продлится бал. Лишь сцена сердца умоет, а занавес все укроет, и с небом сомкнется зал. Я мог бы продолжать петь, чтоб билась изнутри боль, чтоб только был один нерв, иное не моя роль. Я мог бы продолжать петь, добраться до высот сна. Я мог бы победить смерть, ах, как, Господи, она сильна. Ах, как, Господи, она сильна. Продолжать петь, чтоб билась изнутри боль, чтоб только был один нерв, иное не моя роль. Я мог бы продолжать петь, добраться до высот сна. Я мог бы победить смерть, ах, как, Господи, она сильна. Она сильна, ах, как, Господи, она сильна. Стихи Александра Филатова вы можете прочесть во втором номере журнала «Симбирск» за 2018 год. Под обложкой журнала объединены разные авторы. Каждый голос особенный, вместе созвучие. Откройте для себя литературный журнал «Симбирск». И до новых встреч в нашей видеогостиной.